Всем привет, меня зовут Роман, вы на канале BestWatch, и сегодня я хочу вам показать лучшее, что есть на данный момент среди часов до 10 тысяч рублей. Без лишних слов, сразу хочу перейти к новинке от японской марки Casio AQ800, это винтажная классика с AnaDigi дисплеем. Бюджетные линейки Casio всегда уделяют особое внимание ретро-направлению, и вот одна из последних новинок. Может показаться, что это модель AQ230, сходство есть, но здесь мы видим электронное табло в отдельной зоне циферблата. Это хорошо, потому что так вся необходимая информация помещается в одну строку. Может кто-то любит, конечно, чтобы было все и сразу, но тут по крайней мере ничто не отвлекает от стрелок. Аналоговый циферблат без излишеств, только три стрелки и индексы в обозначении часа. Фоном служит клетчатая текстура циферблата, в этом тоже есть определенный шарм. Весь остальной функционал будет доступен в цифровой зоне. Это секундомер с точностью до сотой секунды, ежедневный будильник, автоматический календарь и 12-24-часовой формат времени. Полноценного режима мирового времени в часах нет, но зато есть разделение на две часовые зоны для тех, кому это необходимо. Корпус часов по классике, из полимерных материалов, как и стекло, оно пластиковое. Ну а браслет все же стальной с довольно узкими звеньями. Погружать в воду такие часы не стоит, вот защита тут базовая, 3 атмосферы, но капли брызги вполне допустимы. По размерам примерно 32 на 40. Часы не крупные, но и не миниатюрные, думаю, что подойдут для большинства запястий. И все это за 6390 рублей, берите на заметку. Ну а мы переходим дальше и рассмотрим представителя скандинавского минимализма Абаку и часы из линейки Selvi. Перед вами мужская кварцевая модель с японским механизмом внутри. Что мы видим? Классический легко читаемый циферблат, включающий три стрелки и дату в позиции на 6 часах. Стрелки, кстати, со светонакопительным составом. Может, они и не супер яркие, как делают в спортивных часах, но время вполне читаемо в темное время суток. Вообще, коллекция Selvi представлена в 5 уникальных цветах на выбор. Я выбрал глубокий, темно-синий, он всегда актуален. 42 мм диаметр, нержавеющая сталь, минеральное стекло и бытовая водозащита. Эти часы универсальны. Что является их преимуществом, это миланский браслет. Его всегда можно подрегулировать самостоятельно, и сидеть часы будут плотно облегая запястье. Так что за 8,5 тысяч рублей вы приобретаете комфортные, практичные и стильные часы. Кстати, есть отдельная линейка для женщин. Можно смело выбирать вариант для парного подарка. Теперь я вас хочу познакомить с моделью бренда, который появился у нас относительно недавно, марка Palis, основанная в 1983 году итальянскими братьями Дериго. Вообще это фэшн-бренд, который занимается выпуском стильных аксессуаров, бижутерии, парфюмерии и много чего еще для европейской индустрии моды. Кстати говоря, несмотря на то, что это бюджетный фэшн-бренд, он добился достаточно широкой известности. В свое время Palis засветились популярные личности, такие как спортсмен Габриэль Батистута, Дэвид Бекхэм, Михаил Шумахер и даже актер Джордж Клуни. Они пользуются успехом во всем мире, особенно благодаря различным коллаборациям, например, Бэтмен. Заходите на сайт, можно взглянуть. Но они подороже, поэтому я взял экземпляр из коллекции Raho. Кстати говоря, кто знает перевод, пишите в комментариях. Довольно простой классический тип, трехстрелочник на японском механизме. Что выделяет его, так это фактурный циферблат в несколько уровней и фирменный логотип в позиции 12 часов. Корпус диаметром 44 мм, часы чуть крупнее классических костюмников. И за счет контраста черного циферблата и стальных стрелок и меток обеспечит отличную читаемость. Светонакопитель на стрелках присутствует, на задней крышке можно увидеть фирменную гравировку. Ремень из натуральной кожи, на классической застежке он довольно мягкий и приятный на ощупь. Всего за 9,5 тысяч рублей у вас интерес. Надежный и стильный экземпляр часов, который, думаю, поклонники моды оценят. А на очереди у меня Япония, кварцевый пилот от Orient. Если раньше на заре авиации пилотские подобные часы были прям востребованы, то сейчас это скорее дань традициям. Но при этом я знаю, что поклонников у данной тематики хватает. Сразу, что бросается в глаза, циферблат максимально контрастный. Причем классическое отображение 12-часового формата времени находится в центральной части циферблата, а по периферии и более крупно указаны минуты. На 12 часах классический для авиационных часов треугольник, он использовался для ориентации положения циферблата в условиях полной темноты. Взгляните, какой тут яркий люм. Ну а красная надпись на циферблате SP означает, что часы принадлежат спортивной линейке, которая так и называется Orient Sporty. Внутри установлен японский кварцевый калибр HT711, так что индикация даты хоть и небольшая, но все же присутствует. Диаметр стального корпуса Orient составляет 42 мм, толщина 9 мм, вот защита 5 бар, а значит тут уже допустим более тесный контакт с водой. Стекло плоское, минеральное, но вот за счет довольно узкого сетинированного безеля циферблат кажется даже чуть большего размера. Что касается браслета, он интегрирован в корпус часов, трехрядный и на раскладывающейся застежке. Вот как это выглядит
выглядит на моем запястье 18 сантиметров. Звенья, конечно, можно лишнее убрать. Единственное, посоветую обратиться к мастерам, тут не так все просто. На мой взгляд, прекрасный вариант за свои деньги. 10 400 рублей розничная цена. Но со скидкой сейчас их можно приобрести вообще за 6 990 рублей. Часы точные, от производителя с великолепной репутацией, еще и в авиационном стиле. Напоследок я припас не просто часы, а набор от французов. Марка Pierre Lanier входит в число самых продаваемых брендов Франции. Причем российских поклонников становится все больше за счет высокого качества и доступной цены. Сразу хочу начать с браслетом. Тут беспроигрышный вариант с миланским плетением. Это удобно, это комфортно. Рука не потеет, браслет не цепляет волоски и не царапает кожу. Часы сидят плотно. Он прочный, гибкий, легко регулируется благодаря скользящей застежке. Кроме того, это модель с системой быстрой замены, а значит, можно самостоятельно менять браслет, например, на ремешок, который предлагается в комплекте. Ширина его 22 мм, классический размер, подобрать замену легко и на будущее. Сами часы полностью стальные. Это, кстати, подтверждается надписью на задней крышке часов. Размер не крупный, 39 мм. Любим для тех, кто носит рубашки. Циферблат фактурный, сперва и не поймешь, но логотип буквы P покрывает его, создавая интересную текстуру. Вместо индикации часа тут метки, а арабскими цифрами прописаны еще и минуты. Вот такой минимализм во французском стиле, 9110 рублей и у вас целый комплект. Такой вариант можно приобретать не только себе, но и на подарок. Рекомендую. Как вы смогли убедиться от нашего видеообзора, до 10 тысяч рублей вы можете приобрести себе абсолютно разноформатные часы. Не забывайте подписаться на наш канал. С вас лайк, с меня новые обзоры. С вами был Роман, Best Watch. До новых встреч!